решено. Лёвку Бурина я убью, раз он так треснул меня пеналом по голове. Искры из глаз посыпались. А я-то думал, что про искры только в книжках пишут. Конечно, Лёвку жалко. Хороший он парень. Но все равно, пусть теперь отвечает. Уже несколько дней столица Соединенных Штатов окутана грязно-серым туманом, сквозь который не пробивается ни единый солнечный лучик. Да. Вашингтон в осаде. В результате чрезмерного загрязнения атмосферы столичная метеослужба объявила смоговое предупреждение. Вот. Живот болит? Спорт. Такие. О, для тебя, Дениска. Собака, даже самая маленькая и самая мирная, может напугать ребенка, стать причиной аварии машины. Ты что такой мрачный-то? Живот, что ли, болит? Ничего не болит, просто аппетита нет. А, недавно в нашем дворе это закончилось конфликтом. Рыжий Пуфик, неизвестно за что, рассердился на трехлетнюю Алену и цапнул ее за пальчик, пожалуйста. Ты готов? Портфель соберу. Здрасте. А, Мишенька пришел. Ну, по тебе часы провели. А, Михаил Иннокентьевич. Мое почтение. Как поживаете? По устному хорошо поживаю, по письменному похуже. Хорошо поживаю после уроков и по воскресеньям. И, наверное, совсем хорошо на каникулах. Ага. Ну, скоро ты. Да погоди. Ну и что? Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Петрович. Утро доброе, друзья. На штурм вершин познания. Ага, Сергей Петрович. Утро доброе, друзья. Как на пенсии ты, друзья, Кол Единицыч. А, ты чего такой кислый? Живот, что ли, болит? Живот, живот! Пристали со своим животом! Кислый, хмурый, решительный я! Здрасте, дядя Павел! Здрасте! Привет, ребятки! Привет! Дом 13/5! Да! Где газ? Везде! А в чем дело-то? 18-я квартира где? Вон там, направо! Давай! Вон там, в последнем подъезде! Ну что же ты, бежим посмотрим, а вдруг там авария? Конечно, авария. Видал, как примчались. Пошли. Да погоди ты, давай посмотрим. Я стихи не успел выучить. Хотел перед уроками подзубрить. А вдруг спросим?
20-30 человек и его одного спросят. Струсил, да? И потом вдруг там... Чего? Пожар! И мы спасем кого-нибудь из пламени. Кого спасем? Да Костика же! Или хоть его бабушку! 18, это же их квартира! Бежим! Точно! Кол! Вколю тебе укол! Фантомас! Милый, милый голубчик мой, что ж мне теперь делать-то? Плохо дело, бабушка. Фантомас разбушевался. С вас бы, гражданка, заложенный вызов. А она, как ее, не взорвется, а? А то ведь как сомнительно. В милицию обращайтесь. Или в кино, бабушка. Пускай Тимур и его команду показывают вместо Фантомаса. Ну, что ж мне теперь делать-то? Ой, голубчик, подожди-ка. Ой, что делать? Бежим теперь дворами, а то опоздаем. Ой, не могу! Береги свою плиту! Она ща как подзорвется, Фантомас! Ну, Громотей, дай может так по ошибкам два счета поймать! Не бойся, не поймают! Бежим! Фантомасу русский письменный ни к чему. Он не русский. Ему главное – тайна и маска. И погони, драки всякие. А то бывает такую муру показывают. Не кино, а спокойной ночи, малыши. Пошли. Ты чего такой злой сегодня? Отвяжись. Ну расскажи, случилось что-то? Ничего не случилось. Отстань. Это не по-товарищески. Ты мне не скажешь, и я тебе ничего не скажу. Никогда в жизни. Понял? Случилось, Мишка. Я сегодня Левку Борина убью. Левку-то? Этого заморыша? Ну, это ты зря. Как зря? Знаешь, как он меня пеналом по голове треснул? Безоружного. При мне одна промокашка была. Правда, и я его. Она у меня в кулаке была. Главное, обидно. Я его утешить хотел. Он двойку получил. Подхожу. Здорово, говорю, Буля. Развеселить я его хотел, понимаешь? А он пеналом. Он же тебе гильзу обещал подарить для телескопа. Ай, нужна мне его гильза. Вдруг он подойдет и скажет: извини, пожалуйста, помириться захочет. Помиришься? Нет уж, тогда я ему в лицо рассмеюсь. Вот так. Ха-ха-ха. Ясно? М-да. Левка. Стал, а ты не пришел. Мне билеты были. Ладно, пока пусть поживет. Правильно, пусть поживет. Вы прочтите эту статью. Она очень интересная. Она спорная, конечно. Здравствуйте. В общем, прочтите обязательно. Здравствуйте. Садитесь. Кораблёв в доске. Ну, что я говорил? Телепатия. Ну, что же ты, Кораблёв? Я тебя зову или нет? В доске. Иди скорее, а то рассердится. Стихи.
крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетет... Это Пушкин. Да, Александр Сергеевич. Ну, правильно. А я что задала? Что? Ну, что-что. Я тебя спрашиваю. Что я задала? Да что вы не знаете, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопрос, Раиса Ивановна. Слонов, а у тебя еще будет возможность отличиться. Сядь, пожалуйста. Да, Мишка, ты чего лезешь? Будто бы я без тебя не знаю, что Раиса Ивановна Некрасова задала. Я сосредоточился, а ты сбиваешь только. Ну? Что? Перестань ежеминутно штокать. Читай стихи. Стихи Некрасова. Поэта советского. Что? Какого поэта? Некрасова, вы же задавали. Читай сейчас же, если выучил заглавие. Мужичонка. С ноготком. Мужичонка с ноготком. Ну, хватит. Хватит. Успокойтесь, успокойтесь. Довольно Кораблёв повеселил. Не знаешь, так хоть не срамись. Так, ну а как насчет кругозора? Помнишь, ты обещал мне выучить название самых больших рек Америки. Выучил? А как же? Хорошо. Тогда назови мне, пожалуйста, самую большую реку Америки. Миссисипи. Миссисипи. Слонов, успокойся. Денис сам вспомнит. Ну что же ты, Кораблёв? Ну назови мне самую большую реку Америки. Ну, Кораблёв, ну ты какая самая главная река Америки? Мисси-писси. Раиса Ивановна, можно сядь? Садись. Сыграй. Угу. Алексей, иди к доске. Посмотрим, какой ты герой. Миссипи, Миссури, Колорадо, Амазонка. Сидите. Раиса Ивановна, можно вас на минуточку? Да. Сядь на место и приведи себя в порядок. Садитесь.
Раису Ивановну срочно вызывают. А сейчас с вами позанимается... Елизавета Николаевна. Елизавета Николаевна. Вот когда вы подрастете, она закончит институт и будет учить вас географии. И астрономии. И астрономии. Товарищ, что там такое? Вы же мешаете. Мальчик, мешаешь мне. Извините, я больше не буду. Садись. А какой у вас сейчас был урок? Вернее, идет. Какой у вас сейчас урок? Литература. Да? Ну что ж, ничего страшного. Я хочу вам предложить не настоящий урок литературы, а продолжить его в новом качестве. Вы не возражаете? Давай! Я не буду вам сейчас ставить отметки. Просто пусть кто-нибудь из вас прочтет нам свои любимые стихи, а мы потом их обсудим. Ну, кто первый? Кто может прочесть любимые стихи? А? Кораблёв. Кто Кораблёв? Елизавета Николаевна. Но я уже читал. Спросите у всех. Да, он читал. Только что. Ну и что? Я же... Товарищи, я верю. Но я не собираюсь ставить отметки. Это же не урок, я же, ты же... Да читал я, только что читал стихи. Товарищ Кораблёв, я верю, меня только что спрашивали. Ты... Нет, я прошу прочесть любимые стихи, а мы все их обсудим. Ну ладно. Ну ты какие нам прочтешь стихи? Он Некрасова очень любит. Да? Ну, давай, Некрасова. Отрывок из поэмы «Полтава». Это Пушкин. Но вы же просили любимое. Да, ну, извиняюсь, пожалуйста. Тиха украинская ночь. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремотой превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей листы, луна с полночной высоты над белой церковью. Прекрасно. Над белой церковью сияет. Ничего, ничего. Достаточно. Нам этого достаточно. Ты прекрасно читал стихи. И стихи великолепные. А скажи, Кораблёв, задумывался ли ты когда-нибудь, какую гигантскую научную информацию дает художественная литература и поэзия пытливому уму? Я ко всем обращаюсь. Ну, хорошо. Я вам помогу. Скажи нам, Кораблёв, что ты понял в этих стихах? Кто я? Все понял. Говори. Луна, звезды, тополя. Все спит? Да. А вот ученый на твоем месте, даже никогда не бывавший на Украине, между прочим, заметил бы, что, оказывается, Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Дальше. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Небо. Звезды блещут. Блещут.
Всего одна строка. Прозрачно небо, звезды блещут. Садись, садись, Кораблев, ты нам больше не нужен. А как много говорит нам Пушкин в этих прекрасных словах. Оказывается, в это время года количество осадков на Украине минимальное. Поэтому небо прозрачно, звезды блещут. Дальше. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Одна строка, но как много она нам говорит. Оказывается, арктические бури, которые сотрясают север земного шара. Оказывается, суховеи, которые потрясают Азию. И страшные ветры, которые сметают с лица земли Западную Европу, не трогают центральную Украину. В это время года в Белой Церкви нету. Советую заняться грамматикой. Штирлиц. С Фантомасом должно быть покончено. Мы примем самые решительные меры. Это я вам обещаю. Ой, слава тебе, Господи. Батюшки, а кастрюлю-то, кастрюлю-то я на плите оставила. Внимание, внимание! Лермонтов из Гейны. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. В этих словах великий поэт сообщает, что сосна, как ни крути, довольно морозоустойчивое растение. Раз она живет на диком севере. Вот дурачки дразнят, она же просто очень географию любит. Стоит одиноко. Думайте, всего одна фраза. И сразу становится ясно, что у сосны, к тому же, сверхмощные корни. Думайте, всего одна фраза. Ладно, сейчас я его трогать не буду. А то подумают, за учительницу заступаюсь. Как подумают? О, запишите. Записываю. Запишите. Записываю. О, запишите. Записываю. Очень хорошо, товарищ Колоколов. Мы как раз к вам и собирались. Да. Чем могу? Может, вы повлияете на этих фантомасов? На каких фантомасов? Да вот, весь дом обклеен записками угрожающего содержания. Жильцы терроризированы. Уже есть жертвы. По почерку ясно, что писали младшие школьники. Помогите, товарищ Колоколов. Вы педагог с большим стажем, и ваша прямая обязанность. О, нет, я уже пенсионер с большим стажем. Вот и хорошо, это будет общественная нагрузочка. О, нет, 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 увольте, Сергей Степанович.
Я работал с обыкновенными школьниками, а вы предлагаете мне каких-то фантомасов. Тут скорее необходим криминалист на пенсии. Сыщик Нат Пинкертон, Шерлок Холмс, комиссар Мигра. Ну, в крайнем случае, знатоки, если это вам больше нравится. Да. Ну, скоро ты. Может, отложим до другого раза? Нет, Мишка. Другого раза не будет. Почему? Понимаешь, я тогда уроки не смогу учить. Мысли мешают. А я тебе еще громче подсказывать буду. А ты слушай. Идет? Нет, не идет. Я теперь сам все время уроки учить буду. Хм, всегда-всегда? Всегда-всегда. До глубокой старости. Слышь, что? Певец играет. А, ты уже здесь? Сидишь как воробей на жердочке? Ну иди сюда. Будем репетировать. Борис Сергеевич, а что там вы играли? Это Шопен. Он мне очень нравится. Конечно. Раз вы учитель пения, так вы любите разные песенки. Ну какая же это песенка? Песенки, кстати, я тоже очень люблю. А это называется иначе. Это музыка. А музыку я люблю больше всего на свете. Ну, а ты? Вот ты. Что ты любишь больше всего на свете? Я много чего люблю. Только я люблю простое. Люблю собак, потому что не всегда нос мок, а насморка не бывает. Люблю, когда фырчит автомобиль, нюхать бензин. Ну, погоди, люблю, только мне волка жалко. По телефону звонить, перед зеркалом кривляться, да мало ли чего. Мюллера люблю. Кого? Да не тот, который гестапо, а который футбол горы забивает. А. В разные игры люблю играть, только обязательно выигрываться, а если проигрывать, тогда не надо. Простое. Видишь, как много ты любишь? Целый мир. Подумаешь, а я еще больше люблю всяких разностей. Колбасу люблю вареную, на спор съем целое кило. Пряники люблю, хоть тульские, хоть медовые. Ну, про халву и говорить не стоит. Скажи прямо, гастроном. Так я же с этого только начал. А. Левка. Чего ты? Возьми. Настоящее. Хорошая какая гильза. Мировая гильза. Не забыл? Я много, что мне снять?
Поет. Ага. А правда хорошо, что ты его не убил? Конечно. А вдруг он талант, как Зыкина? Нам где трудно одному справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне с ним, что мне с той, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне с ним, что мне с той... Только про Левку никому ни слова. Секрет. Опоздал. Сегодня папа дежурный. Почему? Его очередь. Почему, говорю, дежурный? По уборке или еще почему? По мне. Он сегодня должен меня обедом кормить. Они с мамой чередуются. Ты что, сдурел, что ли? Тебя такого большого обедом кормить? Ты не думай, я им тоже помогаю. Я им и за хлебом хожу. Я им и... Им? Сам покупаешь, а потом, небось, сам и лопаешь. Сам-то ты лопаешь. Ух, и попадет же мне. Мишка, я мигом. Можно? Прокачу. Давайте. Выбирай. Прыгай вниз. Пойдем. А можно на супер-8? Можно. А ну давай быстро. Анбас. У вас, кстати, очень много дел сегодня. Придут гости. Какие гости? Как какие? Разные гости. Кстати, Асенька, она будет сегодня? Ты хочешь сказать, Марья Петровна? Вот именно. Да, будет. Мам, а почему она мне все время задает глупые вопросы? Про девчонки вообще? Просто ей интересно. Она очень
любознательная. Понимаешь? А я ей отвечать не хочу. Ну и напрасно. Она, кстати, старше тебя. А потом она моя подруга. Ешь. Котлету ешь. Вообще-то, конечно, Спинозой, Марья Петровна, не назовешь. Потом, Асенька, тебе нужно как-то пересмотреть работу с кадрами. Откуда ты берешь этих, Марья Петровна или Симочку, а? Может, не при ребенке? Ну какой же он ребенок? Решает задачки уже в три действия. Кстати, не ребенок? А. Ты что сегодня получил? Двойку, пап. По литературе. Да, видно, ты тоже не Спиноза. Пап, а кто такая Спиноза? Во-первых, не такая, такой. Жил такой древний философ очень давно в городе Амстердаме. Вот. А дальше? И... Ешь и... Не разговаривай. Послушайте, вам убрать квартиру и сварить курицу. У нас гости. Не забывайте. До свидания. До свидания. Ясно? Та-да-ти-да, та-да-ти-да, оп! Фантомас, пожалуйста, зайди ко мне. Кто там? Я. Здравствуй. Только я не Фантомас, я Денис. А это ничего. Главное, что ты зашел, откликнулся. Ну, проходи, садись. А вы что, все эти книги прочитали? Все. Почти. Вот это да. А ты любишь читать? Ага. Я тебе подберу что-нибудь интересное. Слушай, Денис, а у меня к тебе просьба. Если у тебя есть время, сходи в магазин. Знаешь, мои все в отпуске, а мне что-то не здоровится. Сердце, понимаешь? Конечно, я мигом, сейчас. Привет. Коктейль «Красная шапочка», интересно. Муссака с тыквой, фаршированные яйца, свиные ножки, нет, не то, рагу из мозги языка. Мозги фаршированные с яйцами, так. Куриное филе, куриное рагу. Это так, плов с копченой рыбой, омлет фаршированный домашняя краб. Домашняя птица и дичь. Да. Чихагбили, что там у тебя интересно? Кур для жарения нужно брать молодые. Подготовка тушки, то, что надо. Подготовка тушки. Орешки из заварного теста, пропетролим. В сухарях жареные. Крылышки домашние, птицы в белом соусе с рисом. Так. Перья у птицы нужно ощипывать в направлении обратном их естественному росту. Угу. Опа. Цыпленок фри, так. Курица с горошком под соусом бешамель, так. Мясо куриное 600 грамм, горошек 200 грамм, так. Соус бешамель. Шницель по-министерски. С
виноградом. Курица одна штука, картофель 6-7 штук. Перья следует опалить на огне. Пап, а может сделаем шницель по-министерски с виноградом? Не получится по-министерски. Винограда нет. Да, винограда у нас сейчас нет. А может сациви? Сациви? Можно попробовать, это как? Растереть 0,5 килограммов орехов грецких. А то можно, Денис, взять курицу. Угу. Облить ее чесночным соусом. Придавить утюжком, и получится цыпленок табака, как в Грузии. Давай как в Грузии, только без утюга, а то он может не свариться. Без утюга нельзя. Тогда давай что-нибудь попроще. Ну что ж, самое простое – бульон. Бульон. А ты его можешь? Что, я бульон? Куриный бульон? Что? Горим. О, курица! Курочку. При пожаре звони 01. Фантомас. Ну что ж ты опаздываешь, только тебя ждем. Ой, замучилась в такси, слушай. Слушай, прекрасное платье, да? Это уже то, что для мне нравится. Я постаралась. Очень хорошо. Вот посмотри, это тебе. С трудом достала, не знаю, произведет на тебя впечатление или нет. Очень красиво, но ярковато для меня. Ничего не рковато, да. Как раз очень хорошо. Примеряй. Примеряй, примеряй, сейчас посмотрим. Привет. Здравствуй. Кто это? Слушай, а где Денис? Он уже спит. Ну как это спит? Что, я его не увижу, что ли? Вот ты где, мой денечек? Здравствуй, моя солнышко. Вот тебе шоколадка, вкусненький ты мой. Ой. Ой, как у вас хорошо-то! О, как красиво! Ну вот, а ты говорила, что будет плохо. Прекрасно просто. Я и себе так сделаю. Сейчас она обязательно спросит. Как поживаешь? Ну, а что у нас нового? А? Как поживаешь, денек? Поживаю хорошо, когда выходной. Ему уже спать пора, спать. Ничего страшного, ведь, ну заснет. Слушай,
А куда это мы с тобой завтра поедем? Куда? На дачу. Хочешь? На машине. Там у нас и речка, и лодка, и собака вот такая большая. И будем все вместе на лодке кататься. Идет? Честно? Ну, конечно, честно. Ты чего же не спишь-то? А может, еще и не надо? Надо. Да? Сходи. Так и не встанешь. Ну, Денис, опять нам с тобой вместе ночевать? Не возражаешь? Нет. А ты что же, в поход, что ли, собрался? Да нет. А? Завтра мы с Марьей Петровной на дачу едем. На машине. Ну? Дядя, поехали с нами. С Марьей Петровной-то? Подушечку дай-ка. Пожалуйста. Так. А что там на даче? Там речка. Лес, собака. Собака? Собака, это хорошо. Ну, еще бы. Пап, можно я возьму твой бинокль? Можно. А зачем? А я там буду видеть все. Возьми, только аккуратно, аккуратно. Тяца. Саш, ты только подумай. Джек Лондон. Майкл, брат звери. Где достал? Кто я? Ага. Учитель дал, который напротив живет. Саш, братцы, никаких игр. Спать. Все, спать. Все. Свет гашу, все. Спать так спать. Спокойной ночи. Счастливо. Чем зря время терять, вот вам дело. Отремонтируйте, покрасьте, и будет у вас свой велосипед. А может, еще что придумать, а? Он вообще хоть куда. Так что на твою ответственность, Ваня. По-иностранному написано. А, диамант. Я его лет 20 назад купил. Он тогда почти новый был. Давай, Ваня, приступай. Инструмент знаешь где. Ну, действуй. Хорошо. На дачу уезжаю. На дачу? Там у нас и речка, и лодка, и собака. За мной скоро тетенька приедет. На машине. Вот это да! Может, вы и меня возьмете? Конечно, возьмем. Марья Петровна, она добрая. Что и стой? Я правильно
Может, это она идет? Нет, не она. А может, вот это? Тоже не она. А ну-ка, дай я сам посмотрю. Мишка, ты что на кола-то уставился? Ничего я не уставился. Я твою тетеньку ищу. Девочка, отойди от машины. Мы мешаем, что ли? Да, что вам? Двора мало. Идите играть в другое место. Ну что вы здесь сидите? Пойдемте к Ваньке Дыху велосипед строить. Он там ждет. Отстань. Понимаешь, мы уезжаем на дачу. Там есть собака и лодка. А может быть, еще какие детали достанем. А пока ну, передай это Ваньке. Пойдем. А то у них там дача, собака, машина, лодка всякая. Денис! Слушай, может, с нами в парк пойдешь? Что ты, пап? А Марья Петровна? Да? Ну и что? На дачу поедем. Я обещал, я должен. Ух ты, ах ты, все вы космонавты. Они где-то с Денисом пропадали. Денис, а долго еще ждать? Может, она совсем не придет? Не знаю. Тогда я пойду. Ты знаешь, Мишка, мы из этого велосипеда вот такую штуку придумали. Два руля, два седла. Может, его позвать все-таки, а? Идем. Исчез. Грамматику не учишь, двойку все равно получишь. Фантомас! Не отчаивайся, Фантомас. Терпение и труд все перетрут. Штирлиц. Успел прочесть книгу? Да, прочел. А что это ты сегодня такой невеселый? А? Случилось что-нибудь? Марья Петровна обещала. На дачу. Ну?
Спасибо. Так тебе просто сегодня повезло. Ты очень много узнал за один день в жизни. Ты прочел книгу про обманщика старого морехода. Тебя обманула Марья Петровна. Ты не находишь, что все обманщики похожи, а, Денис? Что вы? Совсем не похожи. Ведь старый мореход обманул для того, чтобы спасти свою жизнь. Он был одиноким и больным. Ему негде было жить. А Марья Петровна? Ведь у нее все есть. Зачем же она меня тогда обманула? О, Денис! Денис! Денис появился. Да? Денечек. А мама дома? Позови маму. Одну минуточку. Мам, у тебя от телефона Мария Петровна. Ася. Денис, слушай, с Марьей Петровной поговори сам. Давай. Вить, Ася. Ну так нехорошо. Ну ты что? Алло, Ася. Вы слушаете? Ну так же нехорошо. Ну что она подумала? Мама нет дома. И вообще никого нет дома. Да? Вы слушаете? Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Кто это? Денечек, это ты? Нет, это не это я. Это ты, Денек? Это мой товарищ. А я вас с утра жду во дворе. Ничего не понимаю. Кто это? Какой товарищ? В каком дворе? А вот это секрет. Еще один механик бежит. Здравствуй, Паш! Ванька здесь? Здесь, здесь. Он тебя дожидается. Привет, Вань. Привет. Принес? Ага. Давай. Ну-ка, послушаем, что ты на этот раз принес. Какая это нота? Ми. То есть ре. Правильно. О, достал. Да чего ты зачем все время ты нам эти колеса носишь? У нас этих колес и так вон целая куча. Зачем нам эти вон люди рули? Зачем ты устали же от тебя? Соображать же нужно. Ой. Не пожалеете. Ой, у меня уже сил больше нету. Ну зачем нам этот учил? Зачем вы нам этот металлолом носите? Что мы собираемся строить? Мы же велосипед строим, а не какую-то корягу. Вот колесо другое дело. Вы сами как на нем ездить-то будете? Ой. Ты нам хорошие запчасти носишь, но когда подрастешь, еще лучше принесешь. А сейчас иди домой. Привет. Ах, это ты. Проходи, раздевайся. У нас гости. А что ж это у тебя руки-то? Строим тандем. Обеденный перерыв. Майку сними. Денечек, ну что ж ты не идешь чай пить, а? Спасибо, не хочу.
Ну, Денис, что же ты, а? Чего ты такой бука? Обиделся на меня, что я за тобой на дачу не заехала? Ничего не обиделся. Нужна мне ваша дача. Ты меня прости, миленький, но я никак не могла в тот день за тобой заехать. У меня, знаешь, было очень важное и секретное дело. Я-то на тебя не сержусь из-за телефона, так что мы квиты. Ну что ты? Конечно, не сержусь на тебя нисколечко. Я прекрасно понимаю, что ты пошутил, верно же? Значит, все в порядке. А теперь пойдем чай пить. А на дачу мы еще 100 раз съездим. Там у нас есть собака. Нужна мне ваша собака. Солнышко мое, ты ведь даже не представляешь, как я постараюсь искупить свою вину за дачу. Нужно мне представлять. Но ты ведь не знаешь, как. Я подарю тебе саблю. Нужна мне ваша сабля. А, какая сабля? Кривая, буденовская. А она у вас есть? Есть. А самой она вам не нужна? А мне-то зачем? Я женщина, зачем мне сабля? Я уж лучше тебе ее подарю. Когда? До завтра ж. Вот придешь из школы, а она вот там на диванчике лежит и переливается. Она и в самом деле, а? Кто? Да Марья Петровна. А почему это ты так думаешь? А она мне саблю обещала подарить. Саблю, хорошо. Какую саблю? Какую саблю? Ась! Какую саблю? Кривую, буденовскую. Кто? Да Марья Петровна. Тебе? Да. У нас сегодня дежурный? Мы, Лариса Ивановна! А что такое? Раздайте тетради. Тетрадь мою конечно! Вертель! Слонов! Сыскин! Бурин, ну какой же он Сыскин? Он Шишкин. Я и говорю Сыскин. Ну сколько тебе раз говорить не Сыскин, а Фывкин? Давай сюда. Ну что, схлопотал пара? Да, вот-вот. А я предупреждала вас, предупреждала, что и в праздники нужно было найти время, чтобы заглянуть в учебник.
А ведь диктант был совершенно несложный. Ну да, несложный. Наверное, такие диктанты в 8 классе пишут. Вот, например, было совсем простое предложение. Мы отдыхали весело и дружно до самого счастливого конца. Ну, Бурин, теперь посмотри, как ты написал «до самого счастливого конца». Ну, вот видишь. А вот Миша Слонов хорошо написал. Очевидно, в отличие от вас, он поработал над собой в праздники. Кол, вколю тебе укол, Фантомас. Советую заняться грамматикой, Штирлиц. Так грамматику не учишь, двойку все равно получишь. Фантомас. Молодец, Миша. Молодец. В чем дело, адмирал? Вперед! У меня есть сабля! Какая сабля? Левая! Путяновская! Лежит дома и переливается! Ура! У нас есть сабля! У нас есть сабля! А я не сделаю! И ее тетя! Что такое, Денис? Давай чайку попьем. А? Давай. Не знаю. Умудрил Ванюшка-то. А, Денис, 2 сиденья, понимаешь, 4 звонка. Как вы на нем ездить-то будете? Поедем. А? Вон твой Мишка объявился.
Мишка. Здравствуйте, Паш. Привет. Ну как вам, ладится? Ладится с твоей помощью. А я про вас стих сочинил. Ну, говори. Ну что есть автомобиль? Это дым и это пыль. Да. А что есть велосипед? Скорость есть, а дыма нет. Браво, Мишка, браво, молодец. Ух ты, сколько звоночков. Где? Что где? Как что? Ну это, кривая, будённовская. Принёс? Нет, Мишка, не принёс. Она, наверное, уехала в другой город. Так что Савли нет пока. Ничего, друг. Проживем без Сабли. Все равно ее нельзя по улицам носить. Спасибо за первую в жизни четверку по русскому. Бывший фантомас Миша Слонов. Ну что, ребятки, рискнем? Рискнем. Давай. Давай, давай. Поехали. Осторожно. Эх, прокачу. Подержи-ка. Ну что, Денис, Ванюшка, наверное, нас с тобой покатает, а? А, гудок. Ну, главный механик, занимай свое место. Держись. Поехали. Глядите, на проспект не уезжайте. Счастливо! Вань, Вань, а меня когда покатаешь? Я же вам тоже помогал. Я вам и колеса таскал, и стихи зачинял. Всех покатаю, всех. Только сначала мы с Денисом наездимся по белу свету. Ого. Ну, спасибо.
Вы откуда, ребят? С Купалы. А что? Молодцы. Откуда доехали? Ваша машина? Наша. Совместного производства. Какие неказистые ребята. А прямо химики-механики. А это ваша собачка? Моя. Между прочим, очень ценная собака. Испанский такс. Все, что хочешь, можешь делать. Даже на задних лапах ходить. По-моему, это не такса. Какая же это такс? Таксы узкие и длинные. Не знаешь? Так молчи. Это минский такс, узкий и длинный. Потому что все время под шкафом сидит. А это совсем другая собака. Очень ценная. По кличке Жулио. Ну, Жулька, по-русски. Жулик, конечно, верный друг, но он не может помочь моей беде. А какая у вас беда? Бабушка у меня помирает. А что с ней? Двойной аппендицит. И корь тоже. А я не могу дойти до аптеки. Три дня ничего не ел. Не отходил от постели. Бабушка. Не выйте, пожалуйста. Зачем вы так воете? Как же нам не выйти? Как же нам не выйти? Когда мы не можем дойти до аптеки? Чем так стоять реветь? Давайте скорее рецепт. Давайте скорее рецепт. Нельзя терять ни минуты. Разве можно такой малышне на проспект? Да еще на этой этажерке. Да там сотни тысяч машин, не считая пожарных. Мазы, белазы. Из вас 2 секунды барельеф сделают. Вам хорошо. Вас задавит. А мне отвечай, да? Дай машину, а? Ну да, я быстро, здесь недалеко, по проспекту. Не верите, да? Жалко на минуту дать свой дырну лет, да? А бедная заслуженная бабушка пускай помирает, а? Эх вы, частники. Из-за вас такой человек помирает. Послушайте, возьмите собаку. Не бойся, я с тобой вернусь. Прости, друг, Шулик. Хорошая собака. Вот все, чудики, а вы боялись. Ну-ка, беленький, помоги мне оседлать это чудо техники. Как к нему подобраться? Эк. Вам 15 минут хватит? 15 минут! 5 минут туда и назад! Ждите меня здесь, не сходите с места! До свидания! Будьте осторожны на проспекте! Счастливо! Ты чего печалишься? Он же нам друга оставит. Ой, держи ее! Я скоро! Так, ёлка, убегай, держи ее! Ёлка, ты куда же? Ты же теперь наша! Эх, теперь уже нипочем не догнать! Вон, как сиганула! Вот что значит верный друг. Мне бы такую собачку. Но она же заложница! Ну и что? Он же скоро приедет. Ну ладно, все ясно. Пошли. Подождем еще полчасика, а? А вдруг с ним что-нибудь случилось?
Мы новую машину построим, Денис. Еще получше этой. Так что не переживай. Пока. Пока. У нас тут такое случилось. Да. Ваня мне уже доложил. Его очень жалко. Кого, велосипед? Велосипед, конечно, тоже. Но его очень жалко. Его собачку. А его от чего жалко? Хороший он был очень парень. А на проспекте такое движение. Не дрейфьте вы, Денис и Ваня. Мы горе скажем твердо, нет. Давайте всем двором и с вами построим новый велосипед. Ладно, Мишка, построим новый, получше. Только пока про это никому. Секрет. И сойду, запахнет медом, живой воды попью у журавля, тут все мое, и мы отсюда родом, и Василики, и я, и тополя, тут все. И мы отсюда родом, и Василия, и тополя. На дальней станции сойду, необходимой. С высокой ветки в детство загляну, ты мне опять позволь, позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Добрый день. А что вы здесь делаете? Сижу. А вы кто?
Лесник я здесь. Вот, видишь, это все мое хозяйство. А можно я тоже присяду с вами на ступеньку? Садись, коль не страшно. Ого! А тебя как звать? Меня Денис. А моего Сережка. А Сережка в каком классе? Во втором. Надо говорить во втором. О, это ее холодком прикрыло. Ишь, затуманилась. Ешь давай. Спасибо. На здоровье. А ты не по одной, ты пригоршней. Вот. А ваш Сережка уже ел? Ну, а как же не ел? Бывало, и он ел. Почему бывало? Вот, например, сегодня он уже ел. Вот ногу мозолит, терзает. Ну, скажи ты. А вроде такая малость. Ай, такая малость может всю душу в кровь истерзать. Сережка, браток, теперь в городе живет. Уехал он от меня. А он один удрал с товарищем? Зачем один? С мамкой? Со своей. Ей, видишь ли, учиться приспичило. Ну, у нее там родные, друзья, приятели разные. Вот и выходит кино. Сережка там живет, а я здесь. Эх. Нескладно, а? А вы не волнуйтесь. Выучится на машиниста и приедет. Долго больно ждать. Я еще одну горсточку съем и забирайте свою малину. Ну, не в этом дело. Возьми себе. Я ее просто так собирал, для всех. Ее в этом году столько много. А жалко, что такое добро пропадает. Почему пропадает? Кто ее теперь будет есть? Вот сейчас приду домой, а дома никого. Собака, да я, вот и вся моя семья осталась. Ты давай, нажимай, нажимай. Я ее тоже любил горстями. А Сережка ее любил с молочком. Нравится? Угу. Да. Ладно, ученая твоя голова. Я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Вон, видишь, на пригорочке, в лесочке. Мое село Красное. Тут я и соскочу. Ну, бывай, сынок. Смотри, веди себя хорошо. До свидания. На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый, скорый поезд растает где-то в шуме городском. Растет прям как на дрожжах. Любо-дорого посмотреть. О-о, на такую работу. Нравится? Еще бы. С
Стараемся, стараемся, сил не жалеем. Здорово наградили. Я когда был у тебя последний раз-то? Ага. Ничего не было. Пустое поле. О, шестой. Угу. А вон девятка. Ага, вижу. Из нуля все не вылезете. Селенок маловато. Сань. Приехали. Смотри, как тебя встречают. Все покрашено, все как положено. Прошу. Александр Петрович. Ау. Вам там Петренко звонил. Хорошо. Собери-ка мне всех мастеров. Сейчас, что ли? Сейчас. Ладно. Денис, далеко не уходи. Хорошо, пап. Я только немножечко посмотрю. Попробуй. Ой. Нет, так не годится. Ты можешь заклинить его совсем. Наверное, он уже заклинился. Ого, у вас вон какие мускулы. Ничего, подрастешь, годика два поработаешь, у тебя больше вырастут. Денис! Извините, это, конечно, за мной. Будь здоров. Денис! До свидания. А помнишь, он головой в нижний угол с подскоком? Ну так уж и далеко тебе до работы, Сань. Знаешь, ведь привык я к этим местам. И квартиру в новом доме дают, а уезжать неохота. Понимаешь? А, Николай Иванович. Здрасте. Добрый день. Знакомьтесь. Кораблев. Васин. Обедаем? Да вот, заправляемся. Хорошее дело. Может, с нами, а? Спасибо. Дом рядом. Значит, здесь ты и живешь. Вот. Па, смотри, лодка! Оп! Дядь Саш, мы с вами покатаемся на лодке. Обязательно покатаемся и порыбачим. Да, красиво жить не запретишь. Я тебя еще с погребом познакомлю. Денис, ты что там делаешь? Я собачку отвязываю. Она побегать хочет. Я сам на булыжнике вырос.
Помню, в деревню приехали. Первым делом бросился от петуха убирать. Даже так. Ведь сюда. Ах ты, сорванец! Я тебе дам озоровать! Попался, кто кусался? Вот я тебе сейчас! Какую я ему скорость включила! Ну, кто это детей крапивой жарит? А ничего, оно полезно. От радикулита. Рука, штрафной! Нет руки, не умышленная! Ой, слышь, сыграй за меня, меня подковали! Федька, пусть он сыграет за меня! Ладно, гони в те ворота! Я играю за рыжего. Хорошо. Да, размочил сухого вратаря. Так и каждый дурак сможет. Давайте знакомиться. Меня зовут Денис. Костя. Денис. Алик. Денис. Федька. Судья. Денис. Ну кто со мной купаться? Денис, а ты бы смог с самой высокой вышки прыгнуть в воду? Вон с той, что ли? Ага. Конечно, смог бы. Ерунда какая. А вот слабо. Чудак ты, Костик. Вот ты кто. Айда сейчас. Пошли. Денис, а ты солдатиком можешь? Конечно, могу. И ласточкой? И ласточкой. 9 метров. Хм, ну и что? С этой ты самоделки. Фи. Ну как, слабо? Факт, слабо. Слабо, слабебо. Дурачки вы все, вот вы кто. Даю как следует по шее. И чем скорее, тем лучше. Ребята! Давай, давай! Все.
Неужели вы впрямь думаете, что я струсил? Нет, мы так не думаем. Ты не струсил. Ты просто забоялся. Олухи у царя небесного. Надо же не проверить, какое у вас тут дно. Что случилось? А у него сегодня, видите ли, свадьба. А мне какое дело? Сегодня свадьба, завтра именины, послезавтра крестины. А мне что, без шофера ездить, да? Есть дела поважнее свадьбы. У тебя права с собой? Ну, а что свадьба? Хорошо. Свадьба. А что ж хорошего? Мне же ехать надо. Дело-то стоит. Отмалчиваемся. А где твое чувство локтя? Сань, ведь выходной день. Солнышко. С ребенком опять же поиграть надо. А куда же он денется? Мы же его просто возьмем с собой. Доставим парню удовольствие, прокатится парень с ветерком. Верно, а, Денис? Конечно, поехали. Какие могут быть разговоры? Поехали, ура! Правильно, ура! Только, как говорится, туда и сюда, чтоб к трем часам. К двум! Тетя. Не проболтайтесь. Да ты что? Секрет. Ну? Хотите посмотреть скорпиончик? Да, давай. А... Да он не живой, он засушен. А, засушенный. Так? Вот. Скорпиончик. Скорпиончик! Ну, едете или нет? Да-да, поехали, поехали. Машина там? У конторы. Я царь. А. Катаемся? Обязательно, а сейчас поехали. Скоренько. Пойдем как, по новой? По новой. Ага. Ведь. А ты вот эту штучку-то видел? Видел. Денис, сядь спокойно. Делов-то на копейку, а работает на все 100, а? Сам сконструировал? Да нет. У мальчишки выменял. На жвачку. А, жвачку. Не могу понять, куда девался мой левый ботинок. Папа. Ко мне, тут человек. Что? Подходите. Куда? Да подождите. Виктор! Аккуратнее, аккуратнее. Ладно. Вот так, не пускай, не пускай. Так, вот. Тихо.
Сами можете идти. Что случилось? Мы проезжали мимо, машина лежала на боку. Шофер кто? За рулем был вот этот мужчина в очках. Папа! Ты! Говори, где больно? Нигде не болит. Да? Я весь цел. Честное слово. Пропустите врача. Перелом руки. Вы поезжайте себе спокойно, а сынишку мы домой к Александру Петровичу доставим. Папа! Папа! Денис! Денис! Можешь себе представить? Ботинок-то оказался в багажнике. Фантастика. А когда моего папу привезут обратно? Мы на ихней улице асфальт кладем. Аккурат возле вашего дома, Александр Петрович. Да. Да мы у твоего папы разрешение спросили. Он разрешил нам тебя отвезти домой. А моему руль дадим подержать. А? Товарищ начальник, разрешите, пожалуйста, ему за руль подержаться. Он даже у нас будет сам править, честное слово. Он даже, если захочет, может сигнал дудеть. А что будет дудеть, а все им будут завидовать. Пойди сюда, золотко мое. А вы без меня управитесь? Постараемся. Мне помогут. Ну, Денис, ты поезжай, а я скоро приеду. Вот твой руль. Ты посмотри, Фирка, какой папаша у этого огольца. Ведь это не каждый рискнет. Да. Это что ж, выходит, не хотел девочку жизни решить, сыном родным рискнул. Выходит, душа у человека геройская, настоящая. Большая, значит, душа. Вот таких-то Фирка мы на фронте очень уважали. Па, не прячься, мама все видит. Это тебе. Спасибо. Здрасте. Что это такое? Чепуха. Ерундовый перелом. Мам, ты только не волнуйся, у папы все пройдет. А вообще знаешь, где он руку сломал? Денис, ты рюкзачок снял бы? Мы с папой запускали змея. Змей застрял на самой высокой березе. Ни туда, ни сюда. Папа геройски забрался на березу. А там сухая ветка. Вот и на тебе, вот и пожалуйста. Из-за какого-то дурацкого змея столько неприятностей. Не скажи, змей был замечательный. Да, действительно, змей был замечательный.
Чего, Мишка? Бери стол, сейчас падать будешь. Минуточку. А то, что я вам рассказал по секрету, не разносите по всему свету. Я же сказал, секрет.